В этом видео я проверю, что будет, если провалить квест под названием «Нулевая видимость». Да, друзья, сегодня мы продолжаем нашу рубрику экспериментов в игре Oblivion. И сегодня я специально провалю это задание, чтобы посмотреть реакцию различных NPC. Ну что же, усаживайтесь поудобнее и давайте уже начинать. Всем приятного просмотра! Итак, для начала стоит отправиться в небольшое поселение под названием Эльсфилд. Думаю, уже многие из вас знают про этот квест, поэтому расскажу вкратце. Есть небольшая деревушка, в которой живут невидимые персонажи, и недалеко от них живет припизнутый волшебник, который их всех зачаровал. И самое главное, что нужно сделать, это поговорить с местными жителями, а потом отправиться к тому самому долбоебу, который все это сотворил. У нас возникла небольшая проблема, и мы надеялись, что ты сможешь помочь нам. Ты, возможно, задаешь себе вопрос, почему ты не видишь меня? Мы все задаем себе такой вопрос. Ой, кажется, у меня встал вопрос. И после разговора мы отправляемся в форт Карактакус. Пиздец название, конечно, и тут нужно встретиться с тем самым волшебником. Вот, кстати, он, знакомьтесь. Да, я работал над новым заклинанием невидимости. Как ты можешь видеть, оно действует очень хорошо. А что? О, действительно? Все в городе? Вот с чем связана вся эта суматоха несколько недель назад. Боюсь, я был поглощен экспериментом, требовавшим моего полного внимания. И во время разговора станет понятно, что весь этот эффект можно снять при помощи специального свитка, который он нам даст. Самое главное его прочитать именно в этом поселении, но, как я уже говорил, мы все изгадим и сделаем все наоборот. Итак, кастуем это заклинание прямо в башне, и игра начнет нам подсказывать, что мы долбоёбы сделали все неправильно. После этого стоит подойти еще раз к этому эльфу и попросить еще один свиток. Что значит тебе нужен еще один? Я полагал, что дал тебе вполне подробные инструкции. Встань в центре Эльсвилла и прочти этот свиток. Трудно поверить, что это может вызвать затруднение. К счастью для тебя, я сделал запасной свиток. Вот, но я больше не желаю тебя видеть. И как только мы получим еще один свиток, мы, конечно же, его специально просрем. И теперь мы опять к нему отправляемся, чтобы попросить уже третий. Он опять потрачен впустую, да? Я очень сожалею, что жители Эльсвилла верили свое спасение в твои руки. А теперь убирайся с глаз моих, пока я не заставил тебя пожалеть, что ты вмешиваешься в мои дела. Из-за нашей тупости он, конечно же, посылает нас нахуй, и теперь нам остается только отправляться в то самое поселение и поговорить с местными жителями. Что? Анкотар дал тебе два свитка, и оба потрачены впустую? Мы верили, что ты поможешь нам, а ты... Это предательство. Лучше тебе покинуть этот город и никогда больше не возвращаться. И лучше держаться подальше от Дирама. Он вряд ли будет рад тебе. В том, чтобы навсегда остаться невидимой, есть свои плюсы. Приятно видеть, как досадует Дирам, но это вряд ли улучшает мое отношение к тебе. Ты еще имеешь наглость появляться здесь после всего этого? Ну и, конечно же, после всего этого с нами никто не захочет разговаривать, и квест фактически уже провален. По сути, ничего не изменилось, мы просто получили несколько уникальных диалогов, и так как нам уже не нужно дружить с этими чувачками, можно сделать следующее. Ну так хотя бы мы сможем их разглядеть без зачарования. Ну что ж, дорогие друзья, сегодняшний выпуск подходит к концу, я надеюсь, что вам было интересно. Если вы хотите продолжения, то пишите в комментариях свои идеи для будущих экспериментов. Также, если есть желание, можете поддержать меня на Boosty, куда я буду скоро выкладывать эксклюзивные видосы только для подписчиков. Ну а на этом все, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.